принципе, звуковое устройство можно поставить следующим образом. Так, улучшение. Сейчас мы еще попробуем. Так, ну что же, вот теперь мы так. Ну, в принципе, такая подготовка, она ничему не говорит. Но и тем не менее, если мы попробуем отключить микрофон, чтобы был четкий звук. Вот теперь, сейчас мы настроим с помощью диспетчера звука. Так. Так, ну нормально. Ну все нормально. Так. Еще раз всем привет. С вами сегодня Илья Супер. С вами сегодня Илья Супер Дизайн. Мы начинаем нашу сегодняшнюю трансляцию по FIFA 16, где мы сегодня, будем играть, продолжать, точнее, карьеру за Челси и за сборную Швеции. Не знаю, как моя усталость повлияет на то, что мы сегодня будем играть. Еще хочу сказать, что я, наверное, опоздаю к первому сегменту квалификации Гран-при Европы в Баку. Опоздаю почему? Потому что у меня-то стрим юбилейный, и не хочу ничего пропускать. В принципе, я хочу сказать вам, всем пользователям ВК, огромное спасибо за то, что вы смотрите меня, за то, что вы поддерживаете меня в трудную минуту. И в любой момент мы с вами можем не расставаться. В любой момент. А так у нас двойной юбилей сегодня, 60-й юбилейный стрим на Твиче и 200-е юбилей, и почти и уже 500-е юбилейное видео в группе ВКонтакте. Ну что же, я сейчас включусь. Итак, всем добро пожаловать, и мы начинаем нашу игру. Не знаю, как повлияет на меня вот эта усталость, к сожалению. EA Sports. It's in the game. Вы видите заставку EA Sports. Так, ну что же мы видим? Сейчас мы посмотрим.
конечно же, на карьеру за Челси. Вы знаете почему? Вы уже по голосу видите, что я уже в голосе. Так, вот теперь... вот теперь мы продолжаем карьеру. И вот мы... Вот с кем мы сейчас играем. Вот с кем мы сейчас играем. Это со Stoke City, потому что... 12 тур практически все команды отыграли, кроме Норвича, Стоука и нашего клуба, походу. Но у них еще игра, но у Норвича, по-моему, игра в запасе. Так-то вот... Так-то вот все нормально. Бегаешь сейчас со старым клубом Стоук-Сити. Это мы все увидим в этом матче. Новости о голах, Норвич Солнце. Так, Марк Латтенбург, судья. Встречи. Не знаю, как заиграет Яндер Томфин. Поехали. Ну, это, считайте, мы пропустим. И вот Британия Стадиум, Сток Сити Челси. Thank you.
Фудкорта. Города пользуя. Города пользуя. Говорится, спросите. Сейф не будет. Допустим. Не точно. Не подам корнер. Я один пьер. Бегинчу. Thank you.
по владению мячом. Вот это уже, кстати, нормально. Сильно. Левая ситуация. Вот еще раз. Джон Бенител. Goal for Chelsea in the 42nd minute. Number 12, John Obi Mikel. Норвич играет со Свонси, и там 1-0. Очень слабо состояние.
Этот мяч уже на 17. 17 мяч в первом мире. Норвич играет у Свонси. Надо побыстрее заканчивать этот стрим. Но мне уже ожидает квалификация. Ну ладно, меня уже давно ждет квалификация. Итак, все впереди, Закрываем. С вами был Супер Дизет. До скорого свидания, пока.